Они играют свои роли с такой же легкостью, как и говорят на родном языке. Ведь главное требование фестиваля детских театральных студий, который прошел сегодня в театре Ульгер, это показать сказки народов мира на бурятском. Маленькие актеры ничуть не волнуются, наоборот, с удовольствием рассказывают о своих ролях. Я играю в красную шапочку, я иду к бабушке, несу я пирожки. Я встретила серого волка, испугалась. Так, серый волк, а ты чего делал? Какой у тебя был план? Я съел бабушку с красной шапочкой. А как красную шапочку съел? Ты обманул ее? Да. Что ты сделал? Я притворился бабушке и съел ее. Фестиваль проводится уже в третий раз. В представлениях участвуют даже самые маленькие, двухгодовалые детки. Несмотря на возраст, подход у них серьезный. Роль каждый из них выбирал самостоятельно. Детям вот нравится, вот я этим буду, я вот лягушкой хочу быть, я хочу быть медведем. Вот так. Ну, конечно, по желанию детей. А они знают, что будут давать приз еще и за лучшую роль, как у взрослых? Да, они хотят медаль, да. Когда дадут нам медаль, спросили. Ну, если хорошо выступите, вам обязательно дадут медаль. Вручать медали нужно и родителям, ведь они принимали самое непосредственное участие в подготовке к спектаклям. Все вместе дома пели песни, естественно, учили слова, повторяли. Как-то старались, чтобы было с выражением. Обязательно как бы старались ее настроить, чтобы... Она говорила громко, пела громко, отчетливо, чтобы зрители ее слышали, чтобы зрители поняли, о чем все-таки наш спектакль. А сама девочка как реагирует? То, что на сцене нравится, и на сцене говорит, ей очень, актриса. Ей очень нравится, да. Она ей говорит, ну, я буду актрисой. Татана! Репень оптушево! Юлия Пермякова, Даниил Дурхисанов. Новости дня.